Всем привет, Кент на проводе, и сегодня я буду играть в замечательную игрушку под названием Слизарио. Слышь, мелкий, иди сюда, я сейчас тебя скушаю. Пацаны, если хотите продолжение, то ставьте лайки. Смотрите, какой проворный и малый, давайте его схаваем. А ну-ка, давай, о, вы видели, вот так. На кента нашел и без головы отошел. Блин, что я сказал. Оп, бонжур, как он выжил? Он помимо того, что он выжил, он еще и меня убил. Ты читак, о, пацаны, ну это читак, по-любому. Да, ну конечно, это, ребят, новый мировой рекорд. То есть, сколько у меня было, там, 200 или 300 очковый. Да, это мировой рекорд. Ну, какой мировой рекорд? Мировой рекорд в стране Кентляндия, потому что Кентляндия — это такая прекрасная страна, в которой в Слизарио играет всего лишь один человек, а именно Кента ПК. И поэтому это мировой рекорд в моей личной стране. Ну, вы поняли, да? Да? Да, пацаны, поняли, давайте. Кто понял, что я сказал, пишите в комментариях. Пишите, типа, я из Кентляндии, потому что, пацаны, ну, быть кентляндином... Быть кентляндином очень прилично и очень солидно, так что давайте вступайте в наши ряды. А тем временем Кент будет кушать этого большого червячка. Что он чует, ребят, вы только на это посмотрите. Этот червячок сделал какой-то морской узел. Что он чудит? Оп! А-ха! Вы это видели? На кента нашел, без головы отошел. Да, не удивляйтесь. И, ребята, тем временем я на 180-м месте, а это очень даже неплохо, это солидно. 232 очка, пацаны, это почти мой личный рекорд. Надо еще 100 очков добить, и мы будем вообще топ-чуваки. Ха, вы видели, что он чудил, хотел меня скушать, и в итоге сам облажался. Не кушайте, это моя масса, не кушайте. Какие дерзкие чуваки. О, вы это тоже видите? Мама мия, халява! Вот этот Кент подкрепился. Все, пацаны, у меня новый рекорд. 1500, ну офигенщик. Ну просто, ребята, я number one. Большое спасибо, ребята, всем, кто сливается на Слизарио. Благодаря таким, как вы, я становлюсь все больше и больше. Большое вам спасибо. И, пожалуйста, сливайтесь почаще, потому что благодаря вам, ребята, вы даете продвигаться другим игрокам, таким как я. О, привет! Привет! Как? Да это я его съел, а не он меня! Все, пацаны, у нас рекорд 3300, я считаю, что это неплохой результат. Ну, для меня неплохой результат. Я знаю, что у вас был и 15 тысяч, у вас было и 20 тысяч, но для меня... 3000 это неплохой результат, тем более я играл по фану. Всем большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, если хотите продолжение. С вами был ваш Кент. Всем пока.